Сегодня вареники буду стряпать. Что-то надо придумывать, не знаю. Картошку уже отварила. Лук на масле обжарила. Ну, все знают, как делать начинку из картошки. Лук на масле обжарила и зелень добавила. Все истолчила. А сейчас я все сюда положу, чтобы отстыло. А то горячее. Пахнет приятно. Главное, чтобы пахло. Приятно. Вкусно. Так, это отставим. Вот так ее надо сделать. Все. Ну что теперь, тесто? Так, тесто пока рано. Надо муку просеять. Купила по акции муку. Первый раз такое в дискаунтере увидела. Сгущенку купила. Дешевую. По 80 рублей вместо 120. Муку по... Ой, не помню сколько. Ну, в общем, тоже в половину. 50% от стоимости. Какая она была? Она была 80, а стала, по-моему, 40. И еще жидкое молоко купила. Ну, сейчас попробуем, почему эту муку уценили. Может быть, она ее не покупает. Я такую-то и не покупала, я другую брала-то. Что-то она плохо сеется. Сырая, видимо. Так. Пока хватит. На двух яйцах. Сделаю. Кожура крепкая. Так, не взяла тряпку. Так. Охота сказать так, так. Так, ну вот так соли положим. Водички немножко налью. Много не буду делать. Так, масло. И все. Так, сейчас возьму блюдце. Где оно у меня блюдце-то? Вот эти дверцы у шкафов громко гремят. Ну вот так вот сейчас тесто сделаю и начнем. Разговаривать некогда. Сейчас время уже 10 минут пятого. После 4 сказали, машина придет с мебелью. Поэтому надо мне торопиться. Придут мебельщики, как они там. Ну, сборщики мебели будут. Ой, ножик-то где у меня?
будут мебель собирать, надо мне контролировать все, потому что без меня они там насобирают какую-нибудь херню, как вон диван новый, головка одна уже отпала. Сейчас приедут, я им скажу, ремонтируйте головку, полгода простоял, и головка отпадает. Крепление какое-то там, металл очень мягкий, хоть руками его гни, он, видимо, отогнулся, и головка упала. И сейчас также и шкаф. Я говорю, шкаф тоже из опилок сделаны. Говорю, тоже сделаете на полгода. Нет, мы хорошо делаем, говорят. Ну, посмотрим. Все равно стоять над ними надо. Все быстро-быстро. Быстро-быстро. Покажу один пельмень, как я делаю. Остальное я отключусь. Много времени занимать не буду. Да и на телефоне мало места, памяти. Еще надо в это видео втиснуть мебель. Обзор мебели, если не втиснется, значит, отдельное видео сделаю. Ну, вот такой вареничек у меня будет. А где у меня листик-то? Вот листик. Вот так вот будет листик. Так, мукой. Чтоб не прилипнул. Вот так вот буду лепить, потом покажу. Конечный результат. Картошка еще теплая, не остыла. Надо подождать, когда остынет. Рано начала лепить. Ну все, вот так вот. Ну ладно, еще один сделаю. Все, монетизация пошла. Уже на все ролики стоит такой значок доллар. На каждом ролике стоит значок. А там, где музыка есть, там красный стоит, значит, не оплачено, где жалоба на музыку. Там есть у меня ролик с музыкой, там, значит, не оплачивается, значит, больше я не буду музыку включать в свои ролики. А так бы хотелось. Горячая, теплая. Сейчас все тесто растает. Надо остудить. Картошку остыдить. Все. Буду остужать. Ну вот, вареники сварились. Всплыли. Сейчас деду положу. Масло вот так брошу немножко ему. И вот так положу зелень. Все, пошла его кормить. Он, правда, просит в железных мисках. Я иногда не слушаюсь. Кладу ему в стеклянных. Ну вот, сегодня не разбил бы только. Не заругался бы. Все, понесла ему. Что, есть-то хочешь? Не. Вареники принесла.
Вареники, ну. Вареники принесла. Ну что, что, горячие? Да. Ну пусть лежат. Ну, да. Остынут, поешь. Ага. Чаю только налей. Сейчас налью. Масло тут растаяло, все с маслом, со сливочным. Ты кому опять звонила? Да, знакомым. Сейчас чаю налью. А нет, Павел Михайлович со своей собачкой играет. У него тоже овчарка какая-то. Бельгийская или какая, не знаю. Больше не приближает. Лера! Че? Че, чай-то нет? Вот горячий, смотри, осторожно, горячий! Я встал, парень нету. Вот я, кипятила, свежий. Че, ешь вареники-то? А не съел. Ну, еще нормально? Нет. Изжога. Изжога? Дать таблетку? Дать таблетку? Это как? Это долго играли? Да почему от изжоги достал? Дать? Да, пока не надо. Ой, а что тогда говоришь, что изжога у тебя? Сам говоришь, не надо таблетку. Или дать? Или... Я чай попью, это... Води попью. Ну? У меня это таблетка. А, ну. Тебе вода помогает? Что? Вода тебе помогает? Ага. Вместо таблетки вода помогает? Ну, ладно. А ты кто? Ну? А? Да. Тут у меня эти, что где-то, вот. Ты что-то сегодня мне новое оставил. Ешь. Ешь много. Сюда заходите. Осторожней, тут раз зацепили эту дверь. Дверь не зацепили. А то вот тут, видите, мне уже вот он что сделали. Все взломали. Вот видите, что делали, вы, что ли? Когда заносят. Я говорю вам осторожно, чтобы вам так не выход один. Ничего здесь не отходится. Ну, давай сюда. Выход. Неси сюда. Это же стол. Нет. Это же стол компьютер. Ну. Вот. Там все нормально. Стол. Сюда. Еще будут, короче. Да. Ну вот, друзья, не прошло и полтора часа. Пришли в 8:00, а ушли около 9:00. В общем, за полтора часа они мне собрали шкаф и стол. В общем, вот такой шкаф-купе.
здесь вот так. А здесь вот так. Раз, два, три, четыре, пять полок. Мне понравились вот эти зеркальца. Красивые, цветочками. Много зеркал. Зеркал. В общем, я пока довольна. Не знаю, какие плюсы, какие минусы. Фирма с Краснодара. Пирамида называется. Так, сейчас поставлю сюда пока что компьютер. Так. Компьютер. Тут, тут еще вот такой шкафчик открывается. Но еще не разработалось. Трудно. И здесь три шкафчика. Побольше, поменьше. А здесь нету. Здесь нету шкафчика. Ну вот как-то так. Плюсы пока что пока не знаю никакие. Ну, в общем, то, что мне нравится в одном цвете, одинаковый цвет. Так, еще поставить надо кресло. Вот так я буду сидеть. Все, мне тут будет все хорошо. Много места. Можно еще один компьютер поставить. Старый компьютер можно поставить. Но это я потом поставлю. Так, что еще? Ну, потом заполнится книжки. Может быть, какие игрушки. Игрушек у меня сейчас нету. Ну, надо купить. В общем, подскажите мне в комментариях, чем мне вот это пространство. Что мне туда поставить? Как мне в комментариях писали, вазочки ставить, салфеточки, что у меня нету ни вазочек, ни салфеточек. Я считаю, что это лишняя пыль. Отец болеет. Надо, чтобы было меньше разных пыли сборников, чтобы легко было протереть. Я протирала, вот тряпка уже вся почернела. Здесь все протирала. Ну так, немножко протерла. Зеркало еще плохо протерла. Размазала всю пыль. Хоть все было упаковано, все равно все было пыльное. Так что мне не надо лишнюю пыль. Ну, что-нибудь поставлю. Напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы там у меня стояло? Цветочки. Они у меня на подоконнике стоят. Ну, в общем, пока на этом заканчиваю ролик. Буду обживаться с новой мебелью. И попрошу вас подписываться, кто новые. Писать свои комментарии, что вы думаете по этой мебели, долго она у меня простоит или нет. Мне понравились вот эти цветочки, из-за цветочков купила. Ну вот как-то так. Прощаюсь с вами, время уже много, большой длинный ролик получился, не люблю сама смотреть длинные, да и вы, наверное, не любите. Хоть и пишет Анна мне, Булат пишет, что любят длинные ролики смотреть. Да, девчонки, кто за границей смотрит, Алена написала мне сегодня, за границей смотрят. Напиши мне, пожалуйста, идет у вас реклама? Наверное, идет, если у меня подключенная монетизация. Напишите мне, все у вас там в моих роликах.
сколько раз включает рекламу. Мне просто интересно, я же не вижу, у нас же нету, не вставляют рекламу в России. Я хочу узнать, да, Алена, в какой стране вы, напиши, в какой стране ты смотришь меня. Все, до свидания, Елена с вами была. И мой канал с моим отцом Георгием Ивановичем, «Жажда жизни», «Угохи», «Россия», «Забайкальский край». Всего вам всем хорошего.